На волю не только с чистым сумлением, але и с дипломом высшей эдукации. Прикладно так можно выказать идею международного социального проекта «Эдукация открывает двери». Его партнеры – Департамент выполнения покарания у Министерства внутренних справ, Минский инновационный институт и несколько замежных гуманитарных организаций. Впервые мы говорим о доступе к системе высшего образования, о получении диплома и о получении диплома из университета и присвоении профессии. В этом уникальность этого проекта. Безусловно, важна система мотивации, которая поощряла бы самих заключенных принимать учение в образовательных, участие в образовательных программах. У основе проекта замежный опыт. Например, у Германии у адукационных программах удельничают 50-75% зняволенных. Стратегичная мета видовочная. Диплом, профессия, праца, социальный статус – все это допоможе вернуться до нормального життя на воле и больше не траплять за краты. Великие надеи на проект и у керавництва поправчей системы. Заканчивается проект, и в 2016 году мы уже будем думать о том, чтобы в дальнейшем внести какие-то изменения в законодательство, если это потребуется, заложить какие-то нормы финансирования в государственный бюджет, чтобы это было не за счет средств проекта, а за счет стабильного финансирования, за счет бюджета государства во всех учреждениях пенитенциарной системы Республики Беларусь. По зрозумелых причинах на сессии эти студенты ездить не будут. Научание только дистанционное. Для этого у колонии открытый центр доступа до электронного адукационного осяроддя. И он представляет собой невеликий компьютерный класс. Выход у интернета межаванный и дает возможность користаться только ресурсами института для отримания научального материала, проходжения онлайн-тестов, отправки выполненных заданий. Все это под строгим контролем. У пилотном проекте удельничают 15 жанчин. У каждой из них непростый лёс, термин за учиненное зло. Чинстве у тым ліку тяжкие, але головное ожидание в будущем жить по-иншему. Того, чтобы вот просто не пропадало это время, потому что здесь как бы однообразные дни, хочется как-то развиваться в дальнейшем, устроиться куда-то на работу, это есть какая-то возможность развиваться самой как личности, потому что учиться это здорово. Руслан Проляскоўскі, Ольга Вальшенко, Ігор Марышченко, телерадио компания Гомель.